Сотрудники управления МЧС и Института противопожарной службы подвели итоги года. По словам спасателей, год выдался непростым, но обошелся без серьезных чрезвычайных ситуаций. На муниципальном уровне было зарегистрировано только два крупных происшествия – крушение вертолета Ми-2 в Комсомольском районе и вспышка африканской чумы свиней в деревне Никульская. Остальное можно отнести к повседневной работе. В текущем году основные усилия были направлены на оперативное реагирование на имевшие место чрезвычайные ситуации происшествия, снижение тяжести их последствий, обеспечение пожарной безопасности в лесах, торфяниках, населенных пунктах и безопасности людей на водных объектах, а также совершенствование управления в кризисных ситуациях. Для гостей учебно-методического сбора спасатели открыли фотовыставку. Также на обозрение были представлены специальная техника и образцы продукции пожарно-технического профиля, выпускаемой в Ивановской области. Сегодня, когда профилактика, когда ликвидация чрезвычайных ситуаций превратилась в систему, мы научились спасать людские жизни, мы научились ликвидировать проблемы в экономике. И я думаю, что дальнейшая слаженная работа нам поможет все более и более высококвалифицированно решать эти задачи. Серьезное мероприятие не обошлось и без доли иронии. Павел Коньков выразил уверенность в том, что крепкое сотрудничество регионального правительства и МЧС позволит справиться с вероятным концом света. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.